Бесплатный бензин, его мало не бывает. Бесплатное топливо, об этом и вообще о жизни в том числе поговорим вместе с нашей гостьей. Диана Веденкина находится вместе с нами, ведущая шоу «Утро с шансоном» на радио. Ну, как вы уже догадались, конечно же, шансон. Доброе утро, коллега. Доброе утро, да. А сколько у вас утренний эфир начинается? Эфир утренний у нас с 7 до 11 часов. И сегодня я не в эфире, сегодня я с вами сейчас. Да, по поводу бесплатного бензина, мы каждый день по будням с 7 до 11 разыгрываем бензин среди участников клуба «Шансон рулит». Это продолжается уже около 3 лет. Мы посчитали, что за это время разыграли более 5000 литров бензина. Представляете? А сколько можно за день вот получить? Ну, сейчас мы разыгрываем уже 170 литров бензина. Это накопительное количество, да, накопилось, потому что каждый день мы добавляем в нашу бочку по 10 литров бензина. Это если не ответил у нас. То есть вы сидите в эфире с ведерком и ждете. Нет, все. Я приходит с ведром, да. С горой талонов на бензин. Дело в том, что участники клуба «Шансон рулит», регистрируясь, оставляют свои телефоны. Мы звоним каждое утро двум участникам. Одному сначала звоним, спрашиваем, какая песня только что играла в эфире. И, соответственно, если человек не называет эту песню, то второй подключается. Мы звоним буквально через час, через два, ему же? Другому человеку. Телефон выдает программа-выбиратель, то есть тут все честно. Рандом. Можно это проверить, потому что мы приглашали в студию наших участников клуба «Шансон рулит». Вот, и если второй также не называет песню, которая только что играла в эфире, на следующий день добавляется 10 литров. Вот таким образом у нас накопилось уже 170. 17 дней, что ли, не отвечали люди? Получается, да. Но вот за период розыгрыша была самая крупная сумма примерно, если я не ошибаюсь, 180 литров. Но то есть человек вы сейчас служил... 9 дней, потому что по 2 участника. Нет, 10 литров, день по 10 литров. На рекорд уже идете, получается. Ну да, собственно. Вот. И, соответственно, если вы будете слушать «Утро с шансоном» каждый будний день на FM 101.7 с 7 до 11 часов, у вас есть шанс выиграть бензин. Но не какой только бензин. Какой бензин-то, кстати? Хороший. Любой хороший бензин. Хороший бензин. Но бензин – это еще не все. Дело в том, что участники клуба «Шансон рулит» получают хорошие преференции. Мы их поздравляем с днем рождения. Каждое утро тех, у кого день рождения, мы проводим закрытые кинопоказы. Мы разыгрываем эксклюзивные призы только для участников клуба «Шансон рулит». В общем, слушать радио «Шансон» не только приятно, но и выгодно. Остался только один вопрос. Как попасть в этот клуб «Шансон рулит», где столько преференций? Это какое-то закрытое сообщество? Ну, как масоны? Закрытые, нет, не как масоны, мы хорошие, добрые, веселые. Да, действительно, вот в самое ближайшее время начинается прием всех желающих в ряды участников клуба «Шансон рулит». С 12 дня до 2 часов дня мы будем принимать, но в эфире объявим, когда, в какой день наша выездная бригада, красивые девчонки, на роликах, с флагами, да, будут стоять в определенном месте, в каком мы объявим по радио, так что радио нужно слушать. Вот. И подъехав туда, вы получите наклейку на ваш автомобиль, наклейку участника клуба «Шансон рулит». И можно вы оставите свои данные. Раз. Да, телефончик, по которому мы в любое утро можем вам перезвонить. Вот, так что вступайте. Здорово. Ну что ж, мужчины, следите. И женщины тоже. Да, и женщины, конечно же, да. Следите за эфиром, не упустите шанс. Получается, завтра, возможно, до 180 призовой фонд увеличится. Ну, сегодня будем 170 разыгрывать, если никто не выиграет, то завтра. Вот здесь, кажется, сейчас все вот уже вот, параллельно с телевизором, с программой «Новое утро» включили радио «Шансон». Такой щепетильный момент. С одной стороны, конечно, хочется пожелать радиослушателям удачи и хочется пожелать победы, но с другой стороны, хочется то, чтобы... Ты слушаешь «Шансон» в машине? Сумма была еще больше. Ну, потому что все-таки меркантильный интерес тоже здесь немножко слушайте преобладает. Слушайте радио «Шансон». Диана, на какой частоте вещает радио «Шансон»? FM 101.7 найти нас очень легко. Мы практически в середине диапазона. Все, будьте в середине диапазона, не нарушайте правила за рулем автомобиля, слушайте хорошую радиостанцию, выигрывайте бензин. Ну а прямо сейчас про знаки зодиака расскажем. Но прежде большое спасибо хочется сказать Диане Веденкиной, ведущая шоу «Утро с шансоном» на радио «Шансон», соответственно.